Добрый вечер. Фрэнсис. Все готово? Как договаривались. Оружие на столе. Выход на крышу через спальню. Благодарю, Фрэнсис. Рад служить, сэр. Фрэнсис служил в армии Содружества. Арбалет. Много столетий не держал в руках. Сейчас нужно бесшумное оружие. Идемте. Патрули ходят всю ночь, все входы под охраной. Где точка проникновения? Сады. Так мы сможем подобраться незаметно. За мной. Нужно попасть на крышу. Идем, брат, сюда. Фрэнсис дал нам верные сведения. Выходит, он человек слова. Не скажите, просто за ним долг. И последствия обмана были бы крайне неприятны. Нужно найти в саду место, где можно прицепить веревку. Надо же, как эффектно. Пожалуй, зато так нас никто не увидит и не услышит. Та беседка вроде подходит. Хорошо, тогда стреляйте. Готово. Алистер, останьтесь и следите отсюда. Я дам сигнал, когда путь будет открыт. Хорошо. Будьте осторожны. Сестра меня не простит, если я вернусь без вас. Вы не ставьте ее в известность. Что-то... Лекас... Ах!
ухом. Что это? Грейсон, не стоит устранять охранников до того, как мы получим доказательства. У нас нет времени, Алистер. Доверьтесь мне. По-другому никак. Черт, доберитесь до нижнего сада. Ворота будут заперты. Вам придется найти ключ. Ключа нет. Ищите. Там кто-то есть. Ключа нет. Ищите. Показалось, что... Нашли ключ.
Я нашел ворота. Хорошо. Найдите охранника с ключом. Ясно. Ключей нет. Ищите. Что за звук? Я нашел ворота. Хорошо. Найдите охранника с ключом. Ясно. Thank you.
я нашел ключ. Берите ключ и пробирайтесь в нижний сад. Лукан, я прошел ворота. Убедитесь, что ты свободен. Я спускаюсь. А? Идемте. Что дальше? Вы на запад, а я на восток. Лучше пока не говорить по коммуникатору. Согласен. Давайте. Встретимся внутри.
спал, что ли? Кто это? Мой добрый сэр. Похоже, я как раз вовремя. Пожалуй. Хотя я не думаю, что охранник смог бы со мной справиться. Вы здесь одна? Со мной Дэви и Финли. Они займутся остальной охраной. Я не мог рисковать отрядом. Но со мной один человек. А вы ему верите? Да. Всем сердцем. Хорошо. Что дальше? Мы встретимся внутри и пойдем в архив. Пора. Как видишь, приходится сражаться. А они здесь. Ранни, мы нашли вход. Будем на месте. Залезем на балкон, подогнав повозку. Рыцарь, помогите загнать на место. Наверх. Дэви, нет. Ты останешься. Ранни, я должна быть рядом. Ты всегда рядом, дитя. А он и его помощник? Послушай меня. Разве ты не знаешь, как дорога мне? Так почему ты меня гонишь? Ты продолжишь мое дело, если со мной что-то случится. Не говори так. Дэви, вы мне не верите, но я буду защищать вашу королеву. Это мой долг. Смотрите у меня. С этой девушкой лучше не ссориться.
Отойдите! Охрана! Они идут в главные ворота! Есть! Охранник нейтрализован! Охранники! Я пошел! Я тебя прикрою! Вот они, на балконе! Черт! Перезаряжаю! Сотрудник компании убит. Пойдемте внутрь, пока не явились другие охранники. Еще набежали! И полиция тоже! Цель поражена! Охранник убит! Надо перезарядить! Заряжаю! Вроде бы это все. Подмога может нагрянуть в любой момент. Идемте. Вперед.
рыцарь. Луком не стреляйте! Это Лакшми Бай, глава восстания. Вы ей доверяете? Вы что, совсем разум потеряли? Могу задать тот же вопрос. Не знаю я вас, решил бы, что меня завели в засаду. Я думаю, точно так же. На это нет времени. Нам нужна помощь, а мне больше не к кому обратиться. Безумие, вы ставите под удар самое сердце Ордена. Алистер, просто поверьте. Вы просили найти доказательства. Она была в Блэкхолле. Видела то же, что и я. То есть она помогла вам уничтожить доки Объединенной Индийской Компании? Мой отец был прав, это однозначно теракт, вас используют. Она рассказала о заговоре. И чтобы покончить с ним, без нее не обойтись. А если это не так? Тогда мы ответим за свои действия. И понесем наказание. Как Мэлори? Надеюсь, вы правы, Грей. Не хочу, чтобы вы оказались предателем. И я тоже, брат. Вон они! Дальний конец пола! С того конца. Больно! Заряжаю! Сотрудник компании убит! Перезарядка! Лейтенант погиб! Я не могу прицелиться! Мне нужны патроны! Перезаряжаю! Никого! Пошли. Комната с архивом там. Сюда, через балкон во дворе. Из них термитное ружье. Берегись, термит! Термит! Черт возьми! А, черт! Пропади все пропадом! Найдите укрытие, рыцарь! Я прикрою! Бывало и хуже! Зараза! Перезаряжаю!
еще! Лукан, берегитесь! Термит! Больно! Это был последний. Скоро нагрянут другие. Идем. Галахад, помогите открыть двери. Готовы? Комната с архивом впереди. Смотрите архивы. Ищите заявки, декларации, накладные. Любые свидетельства перевозки полукровок. Как здесь можно что-то найти? Спокойно, Финли. Искать будем мы. А ты посторожи. Может быть, что-то... Это все пустая трата времени. Сюда! Вам будет интересно. Эти грузы отправлены в мою страну. Если документ не лжет, компания закрепилась уже в каждом индийском штате. Вот, груз Агамемнона. Цель – восточное побережье Америки. И еще три груза в ту же сторону. Дальше корабль «Океаник». Отплывает через 6 недель. Где Финли? Гастингс. Теперь верите? Все это его рук дело. Убийство Воя Чеппеля.
Полукровки. Индийская компания. Все вы. Якоб Ван Нек. Или, как писаки из Флит-стрит нежно называли меня, Джек-потрошитель. К вашим услугам. Благодарю, сэр Лукан, за доставку мятежников. Разберитесь. Не подведите нас. Вы... Весьма удачно, правда же, сэр Галахад? Лидер повстанцев пойман. И предатель найден. Все одним точным ударом. Предатель — это вы, к сожалению. Алистер, как же так? Простите, брат. Прежде всего я храню верность своим. Своим? Бегите! Бегите! Вторжение в главное здание Объединенной Индийской компании. Муниципальная полиция приведена в боеготовность.
Защита жизни лорда Гастингса – наша главная задача. Задерживайте подозреваемых с особой осторожностью. Откройте дверь! Галахад, не смей! Стойте! Я объясню! Кому сказала не двигаться? Вы прибыли вовремя! Нам сообщили о вторжении. Сэр Галахад ворвался сюда с бандой повстанцев. Хотел убить меня. Это ложь. О, вот, полюбуйтесь, к чему это привело. Сообщница сэра Галахада – женщина. Именно она лидер повстанцев. Пока она на свободе. Но ненадолго. Немедленно отзовите охрану компании, лорд Гастингс. Поимкой этой женщины займутся рыцари. Изи, послушайте, вы ошибаетесь. Персиваль, отведите преступника в камеру. Мне очень жаль, что задание выпало вам, маркиз. Я более чем вы, месье. Уберите его с моих глаз. Благодарю вас, леди Игрейна. Вы вмешались очень своевременно. Мы просто выполняем свой долг, лорд Гастингс. И все же, сударыня, присматривайте за предателем повнимательней. Вероятно, вы предстанете перед судом. Нужны будут ваши показания. Я всегда к услугам рыцарей королевы. Заключенный обвиняется в преступлениях самых тяжких. Он предал вековые устои нашего ордена. Более того, он вступил в сговор с безбожными мятежниками. И будто этих злодейств мало, он также покусился на жизнь нашего казначея, лорда Гастингса. Сэр Галахад, подлый предатель. Человек без чести и совести. Я прошу совет назначить ему строжайшую из кар. Я прошу совета снисхождения. Сэр Галахад веками служил ордену веры и правды. Быть может, нашего брата-рыцаря еще можно вернуть на праведный путь. Командор выказывает излишнюю мягкость. Доказательства против Галахада неоспоримы. Я видела Галахада в обществе этой мятежницы. Я не могла расслышать их разговор. Но они общались довольно дружески. Они покидали заведение, укрывающее повстанцев. Сэр Галахад говорил с лордом-канцлером и со мной. Он озвучил ряд абсурдных обвинений в адрес индийской компании и собирался разыскать лорда Гастингса. Пригласите лорда Гастингса. Лорд Гастингс, скажите, вы опознали того, кто напал на вас?
Поздней ночью сэр Галахад проник в нашу штаб-квартиру в сопровождении предводительницы повстанцев и ее сообщников. Я не была уверена, что иду именно за Галахадом, но... нашла его мундир, брошенный у логова повстанцев. Как его командир, я пытался убедить Галахада одуматься. Очевидно, моим советом он не внял. Эти люди атаковали нескольких охранников и ворвались в мои покои, намереваясь меня убить. Когда мы обнаружили лорда Гастингса, он был ранен. Он должен понести наказание за свои действия. Итак, рыцари, каков будет ваш вердикт? Виновен. 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 Приговор Осторожнее, друг. Он выживет. Это уж ему решать. Пейте. Два дня. Прошло уже два дня. Мы не можем его так оставить. Я сделал все, что мог. Теперь не мне его защищать.
Я призову его, если он выживет. Друг мой. Друг мой, не покидайте нас. Сэр Галахад! Сэр Галахад! Вот, леди Лакшми. Хорошо, что вы позвали меня. Я не знаю, как помочь. Его ищут по всему Лондону. Да, ищут. Мы о нем позаботимся. Выживет он или нет, время покажет. Глупите, Никола! У меня нет выбора! Мое отсутствие может вызвать подозрение. А вдруг они уже знают? Хватит, вы уже помогли. Теперь предоставьте это нам. Я еще столько всего могу сделать, леди Лакшми. Прошу, позаботьтесь о нем. Боюсь, что без него у нас нет шансов.